Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 156. Дано. Нам дан треугольник ABC и дан периметр треугольника. Он равен 15 сантиметрам. В условии задачи сказано, что сторона BC больше стороны AB на 2 сантиметра. А сторона АВ меньше стороны АС на 1 сантиметр. И нам нужно найти стороны треугольника АВ, БС и АС. Но мы знаем, что периметр треугольника равен сумме его сторон. Значит, это будут стороны АВ, БС и плюс сторона АС. Про сторону БС сказано, что она больше стороны АВ, а сторона АВ меньше, чем сторона АС. Тогда обозначим сторону АВ, обозначим через х. Тогда, исходя из условия, сторона БС будет равна х плюс 2. Поскольку она на 2 больше, чем сторона АВ. Сторона АВ меньше, чем сторона АС на 1 сантиметр. Значит, можно сказать, что сторона АС больше стороны АВ на 1 сантиметр. То есть АС будет тогда х плюс 1. И вот теперь мы можем составить уравнение, используя формулу для периметра треугольника. Итак, периметр треугольника – АВС будет равен. Сторона АВ – это х, сторона БС – это х плюс 2, сторона АС – это х плюс 1. Подставим теперь значение периметра. 15 будет равно 3х и плюс 3. Тогда 3х будет равно… Если мы тройку перенесем влево, то будет 12, а х будет равен 4. Тогда сторона АВ будет равна 4 сантиметрам, сторона БС будет равна х плюс 2, значит 4 плюс 2 или 6 сантиметров, а сторона АС будет равна 4 плюс 1 – 5 сантиметров. Запишем ответ. В задаче нужно было найти стороны треугольника, и мы их нашли. АВ равна 4 сантиметра, БС равна 6 сантиметров, и сторона АС равна 5 сантиметров. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.